Так, ребят, всем привет. Это у нас будет висаж. Показал его человек через донат, попросил, донатер попросил сделать ему висажа через Сашу Яшу плюс молнии обязательно. Два слота. Так что приятного просмотра. Извиняюсь, что еще раз. Хорошего вам вечера. Я точнее, то что. Стреляют нам. Делаешь казах ПК встала. Так, ну тут у меня будет ранний Владимир, у него сказал, что... Да, Владимир я брать себе не буду, здесь буду играть без Владимира, хотя с Владимиром очень привычно на самом деле. Может, доминатор себе куплю какой-нибудь. Так, ну там очень странный ОД, он без маны, сейчас можно его спокойно тут разминать. 21, скажем так, как хочешь. Пойдет, я ему пару плюшек дам. Без ворда стоишь, вообще кайф. Пол добивает хорошо, сказав, пока стоит. Как всегда, идеальной игры не может быть, знаете. Пикап, все дела. Кто дает ПК стоит, кто-то еще что-то делает, кто-то в носике ковыряется. Пока фармим, что спокойно себе добиваем крипов. Стараемся, по крайней мере. Не так просто. Но мы стараемся. Вот я мог замахнуться, не ударил, блин, тормоз. Пробы в команду. Два в один, нечестно, чё. Вот сделаем стик сразу гридану 4 ко всем статам. И хочу куру покупать, хоть убей. Так ганганули еще, блин. Приятно. Я буду пассивку Макси здесь. Я бы в 2 ее возьму. Потом вторую буду добивать, естественно. Сейчас вторую буду качать. Дали хорошо. 70 урона каждая. Минус. Дермора немало. Второй подкачал. Сапог себе куплю. Сейчас, если копейка выпадет, куру куплю. Не, может, так куплю куру, наверное, потому что без куры тяжело. Возьму себе, естественно,
Вардик на мид. Там Лего кайфует, кстати, это левел. Я, наверное, желательно все же сбегал бы еще в топ за руной гляну. Что там есть? Что здесь нет? ОД какой? ОД 5. Плохо без варда стоять, вот просто я не вижу, что там у него происходит наверху. Кикать его. И бабки дадут за нее. Пойду поищу на Рейнигму, которая фармит лес. Либо Некра пойду убью. По идее, лес фармит наш, если не ошибаюсь. Это левел. Короче, бежит там парни, брат. Так, ну вот мы и камбэкнули немного. Так, сгоняем за фейзиками себе. Фейзики есть. Портик есть. Так, птичек посажу. Быстренько. И пошел я дальше фармить мид. Фармить мид. Желательно бы еще и Нигму найти где-нибудь. Той левел. Где-то фармит. Сейчас дагер быстро вынесет. Пойду поищу ее в нашем лесу птицами. И она интересна. Лес фармила, да. Боже, какие же птицы слабые тут, это просто позор. В этом патче я сажу просто позор. Его крипы средние пробивают просто в ноль птичек. Я недоволен. Я не игрок висажа особо, но я недоволен сейчас. Ну, просто птицы вообще никакущие. Олимпакта. Посадили птичек. Возьмем себе сначала медальон. Я нравится. Сейчас я дождусь, уже дофармлю медальон конца. Твоих убили, хорошо. Хорошо. Дальку купим. И купим перчатку с килочкой. Боже, какой же урон, видел? Смотри. Это вообще нормально? Просто от процентов соотношения убивает. Там просто сколько? 6-7% тик. Просто фул птицы легли. Что за бред вообще? Как это играть?
Что, почему Висаж такой слабый в этой версии? Почему вы так фиксанули сильно? Ты же не герой просто стал. И это мне смешно просто, серьезно. Противная. Меня спас. Ну почти. От этого спас меня. От рипера спас меня. Кулак. Так, наверное, буду лес потихоньку подбивать себе. Фарм. Не, вообще смысл, если в этой версии птиц скачать? Я вот думаю, честно. Они здесь нужны объективно. Максимально мусорная тема, как мне кажется. Птички тут. Пофиг, в него оказаюсь. Так, ну я рискну, пойду вард поставлю. Да, вард к нему. Да, вард к нему. А, там армлет, лол, ходит. Там армлет, да, я не фиг. Чуть подох только что. Хорош легион. Так, валим отсюда, короче. Мы успеем отсюда еще свалить сейчас. У меня есть хаммер. О, копеечка лежит. Гоу лес побьем немножко. Надраться тут не хочется сейчас. Не особо. Блин, их тут много. И не с крипами. Готов Мерлер. У тебя ульт есть, братан? До хрена что-то. Б. До хрена, алё, камон. Тут очень много уйдите. Все умрем здесь. Фармите другие линии просто и все.
Там дагер. Так, молнии у нас есть, да? Так, вот сделаем. Так, дальше я буду собирать себе, как уже и нужно, мне Сашу Яшу. Потом БКБ себе возьму. Может еще маску себе купить. Я фарма. О. По молниям буду не улетать. Нормально. От молнии. Так, ну команда у меня в разы слабее. Мне здесь будет очень сложно выиграть, поэтому я буду здесь фармить. Может даже БКБ сейчас себе возьму, не Сашу Яшу. Наверное, БКБ себе реально возьму. Какая Саша Яша? Я тут убью сейчас нафиг за пару спаркастов. Что я вообще придумал? Мастер Гой, прости, БКБ сейчас на дорогой. Иначе проиграю, ты же понимаешь сам. Я на победу хочу играть. У меня Легион вроде не такой рак, на самом деле. Кто-то радует, на самом деле. С БКБ себе возьму. Там мид ломают жестко. А, нас все четверо, понятно. Идет такой фит-слив. Ого, их тут. Пару ничего пока. Что нам тут еще делать? Пока фармим. Кого я там заминусовал, господи, не вижу. Вот это, по-моему, минусовал. Я на базу сбегаю. По мане просел. Что они там делают у вражеских тэшек? Как свидет, понятно, что делает. КБ почти готово. У меня кнопка М не нажимает, что за бред? Так вот куплю. Пицца! Дохла. Го по дефим, не знаю. Можно хусика пойти убить, кстати. Я его соло вообще изи разорву. Да, бежит. Жесть, они меня все нажали. Они нажали ульт, меня один, Сэмка нажала ульт, Рипер нажали три. Три ульта нажали. Просто три ульта нажали в одного героя. Ненормальные. Дуэль нажми. Сейчас БКБ куплю. Ребят, ну не больные три ульта нажимать в одного героя, это совсем болезнь уже. Просто три ульта прожали в меня. Вы вообще видели этот момент? Это вообще нормально? Они так не любят висажа. И ультимейт. Ур.
Сейчас БКБ уже не будут, они меня так кнопки жать бодро. Я буду в них кнопки свои жать, уже бодро буду. Демок всяких дестроеров буду уничтожать. Так сильно. Почти БКБ дофармил птичками. Ладовью и БКБ есть, хорошо. Пролетает, да, у нас? Ворды поставить. О, меня услышали. Го, подеремся, пацаны. У меня БКВ есть. Нормально, просто как птицы падают, это такой бред на самом деле, пацаны. Просто птицы под третьим скиллом Энигмы умирают на разминах. На него нападут, скорее всего. А вот они нападают. Мы сейчас тут как тут сбрили нафиг. Пола всех убил. Почти что. Винигму добил. Вообще забей. Надо пушить. Ну, в принципе, я сейчас что сделаю? Сейчас на птицами начну пушить. Сам ТП нажму на низ. Фарма много. Увы, придется чуть-чуть отменить. Пуш. Я так не смогу вечно драться. Да-то я слабну, реально. Птички не фидим. Одна зафидит, да? Одна зафидит. Дальше сэндж собираем как. На базу бегаем. Да боже ж ты мой, что они такие дряхлые, блин, эти птицы. Не знаю, моя воля вообще бы не качала этих птиц на самом деле. Никита никакущие, серьезно. Не, они вливают урон, но они, блин, рыхлые, очень рыхлые. Маются они. Так, ну я сейчас скажу Сашу Яшу, молнию апну. Потом начну собирать себе линку, может здесь какой-то все здесь. Линку Буризу. Так вот играть. Лега ФК стоит. Два мисса подряд. Есть тут что мое, ничего здесь нет моего, да?
Несло, просто сдуло. Так, тавру мы сломали, в принципе. Не вижу смысла здесь находиться больше. Сашу Яшу взяли, да? А он не апаем. И берем себе, наверное... Что-то берем себе, короче. Дальше будем думать, как говорится. Я бы такое какие-то ребра себе собрал. Здесь не ошибка. Ребра на равенстве же никогда не ошибка, я думаю. Там сильный итем. Тут еще больше армора. Медальку апать не буду, потому что ее в лете продам. Она у ворота дает, блин. Капать ее не буду. Ну и продавать ее сильно не хочется. И менять скоро слот. Надо тревела брать, наверное. Еще один слот купить. А буриду себе возьму, наверное. Реально буду раздамаживать тут. У меня еще такие ощущения, что мне здесь диффуз еще понадобится. Чтобы выиграть это. Не пали, ну зачем ты палишь контору? Я пушу, чтобы они прилетели сюда, а ты берешь и палишь. Смотри, бежит хусик. Вниз сломаем. Птицы, смотри, просто тают. Что делаешь? Что вы нахрен делаете, господи боже? Раки, боже там у Хускара. Какой-то в Рошпит он зашел, интересно. Надо еще одну пачку уберу. Джа не пойду. Господи, гля как падает. Посмотри, просто маленькие крипы пробивают. Ор. Просто ор.
Все, Мёльнир взяли. Мёльнир взяли. Надо дефить как-то идти. У меня в КД, кстати, я пишу вот. Блин, капец, на все же контролить надо. Как мы пожмешь очень. Там аганимы. Косты. У всех он есть. Добила она, да? Надо не краба рубить сразу. Попробовать. Но мало видим, если что. Два героя в миде вижу. Короче, ребра линка здесь, наверное. Сейчас ребра, потом линку. Опять же, ребра там одни маги. Зачем мне здесь ребра? И маги. Зачем ребра? Гад, что знаешь, что ли? Так идеально встали под Энигму. Так, сейчас главное молнии не забыть нажать на кого-то, на легиона условного, да? БКБ-ку прожать. Гота 2 внизу. Давай на Рахекс возьму себе. Хекс плюс. Куда ты полетел, бешеный, ё-моё. Хорош. А, Энигма подставилась нормально. Энигма круто подставилась очень. Хорош, но это выигранная. Боже, это выигранная. Что с тобой, не кри, друг? Потеряли. Ну, шарсик куплю. Раз закончилось. По-моему, шарсик куплю. Пойдет. Блин, глупо сдохли на самом деле. Глупо всей толпой взяли или легли, как бараны. Ай, блин. Не знаю, я-то понимал, что они все встали. Зачем мне? Видел птички, 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 птички. Видел птичками. Я-то понимал, что они все встали. Че, я только сдох, блин. Ими остался. Ладно, пофиг. И
если урон через БКБ проходит от Нимы Блэкхола. Пушки. Теперь 5 выиграли. Нормально. Ну все, минус 2, они явно не выйдут с базы теперь. Я думаю, они явно. Скары зерил, гоним. Много демон забрал, так понимаю. Надо все жап на медальку. Здесь я. Еще можно было бы хекс собрать, наверное, даже. Какой-то. Да, можно было бы хекс собрать на самом деле. Может, плохо смотрелся бы. Что делает соло там, пацан этот? Война киборгов просто какая-то. Ломать надо идти. Последний заход, медальку все же возьму. Гол. Кончим. Игру. Мастер Угвей, спасибо тебе большое за такой донат. 1000 рублей. Прости, что сразу не вышло. О, птица ля просто тает. Три подачи, нету птиц. Ору. Просто ору. Что мои пацаны там делают? Меня вырубят, я даже ничего понять не успею. Там он шарт съем, если что. Заберу себе хекс какой-нибудь. И он тут еще. Можно подраться пойти. Вторая дырка, да ты бешеный. Две дырки плюс байбек, плюс два байбека. ВБ. Ты побоялся драться на самом деле там. Ну то, что побоялся, я-то пошел драться, я все равно подрался там. Кинул плюшки какие-то, покидал. Я впитал все, БКБ нажал сначала. Думал, сейчас у меня блэкхол полетит. Не сдаются. Дестройер вообще не вдупляет, что происходит. Я возьму. Жалко, птичек не осталось, пофармил бы ими. Да там капец, уже гоним скоро был. Там хекс уже офигенно, пока ж. Так, супер. А, я же хотел травласик купить.
Так, Black Hole там одна уже по-любому есть. Кара вообще Рошана ломает нормально ему. Базу ломают ему. Он тревала, наверное, нажал. Базу по-любому. Гасты. Диффуз куплю Сенера. Ну что, фармят все что-то? Ну, тоже фармить. Не пойду сейчас сам умирать. Фармить. Благо, Висаж что хорошо делает. Птицам потихоньку погрызать. Опа. Вообще так пофиг. Рвалапнули, отлично. О, некр, пошел он. У него огнем на рипер, да? Не то что гоним, но он у него просто сильный. Секунд отправил меня жестко. Была левел 2 у меня. Ну, ребят, надеюсь, вам игра понравилась. Всем удачи, хорошего дня. Подписывайтесь на канал, приходите на трансляции. Играю вечером. Всем пока, удачи.